Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Валентина. Сегодня я снимаю видео с купе вагона Минск Адлер. Мы вот едем с супругом, спрятался. Вот. Нам выдали путевочки две. Вот. Едем мы в Евпаторий на 21 день отдохнуть, поправить здоровье. Это наша первая путевка. Работали, не получали никогда в жизни. На пенсии уже 15 лет. И никогда мы не ездили по таким путевкам. Вот нам наконец-то выдали в честь дня рождения моего супруга. Темно, правда, он не видит. Вот, мы едем отдохнуть. Так что, дорогие мои подписчики и гости моего канала, будет дальнейшая наша съемка по пути. Там, где приедем на место, я буду все снимать и показывать, что, как и почем. Пока. Наш путь длинный, очень длинный. Мы едем до Краснодара сначала, в Минск Адлер, а потом уже будем смотреть. Или самолетом полетим до Симферополя, а потом до Евпатории, или же автобусами. Так что пожелайте нам счастливого отдыха. Вот наши путевочки две. Мы поехали отдохнуть. Всем хорошего дня и вечера. Так, едем мы. Минск Адлер. Наше купе. Пока едем вдвоем. Третий поселился только что. На улице снег. Холодно. Все одетые. Как к зимнему. Мы едем в Крым. Второе ноября. Снег. Воронеж. Стоим, купили мороженое фирменное. Вот супруг прошелся. Поезд Минск Адлер. Не надо. Ведь снежок идет. Поездов совсем мало. Поездов совсем мало. Погода плохая.